И снова о латвийских событиях. Сегодня Латвия отмечает второй день Пасхи. Глава католической церкви Латвии Збигнев Станкевич пожелал латвийцам заметить огонек, скрытый в окружающих нас людях, и посмотреть на них как на друзей, а не как на чужих, чтобы растопить стену непонимания и отчуждения. Христос разрушил стену отчуждения между людьми, между иудеями и язычниками, между мужчиной и женщиной, между теми, которые отчуждены между собой. И хочу вам сообщить, что тайна, которая сокрыта в Христовом воскресении, в тайне Его смерти и воскресения, она способна преобразить нашу жизнь и помочь нам посмотреть друг на друга иными глазами и дать силу преодолеть наши проблемы. Поздравляю вас с праздником и призываю вас открыться на Божье присутствие в праздник Пасхи.